Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин и видеообзор на внешние накладки на транец для защиты вашего транца от крепежа мотора. Когда устанавливаем мотор, то с внешней стороны транца, как и с внутренней, возможно повреждение транца, то есть ламинированная поверхность фанеры может царапаться, после чего она постепенно начинает разрушаться, впитывать влагу. Вот. Для этого есть такая накладка, внешняя накладка на транец. Размеры у нее получаются 26 сантиметров на 18 сантиметров и толщина 5 миллиметров. Поверхность данной накладки рифленая с обоих сторон. Вот. Крепится она на 5 саморезов и она защитит ваш транец от повреждения лодочным мотором. Заказывайте внешнюю накладку на транец из пластика. Подписывайтесь на наш канал. Меня зовут Арсений. Рекомендую.